Добрый день, Танковки суперкрем Швейцария женские. Расскажу немножко, я их сейчас раскладывала, это действительно крем качества, здесь не будет каких-то дефектов, но по крайней мере внешне они никак не проявляются. Различные известные бренды, разные совершенно размеры, разные стилистики. Здесь только мало спортивных, сейчас все сами увидите. Но это танковки, которые пограничат, что это, вот знаете, что-то среднее между легкими джемперами женскими, между танковками, блузками. Понимаете, сейчас сами увидите. Так, Пьяцца Италия, ХБ, без бренда, Пьяцца Италия, Сесил Элька, Тейли Вейл, видите, боди, какая-то туника с открытой спиной, видите, то есть она такая праздничная, вот как даже танковки ОВС, блочини. Тут тоже, смотрите, это бархат, да, полупрозрачный, и тут вот такая вот роза. Что это, танковка, что ли? Нет, это праздничная штука. Вот тоже не пойми, что. То есть это блузка трикотажная, я бы вот так назвала. Это танковка, это танковка синтетика, алькот, туника, Том Тейлор, Бон Прикс, смотрите, на... Большой размер, двойная, это ХБ, то есть получается, что у нее длинные рукава, и это цельная, как будто бы двойная кофточка. Вот тоже вечерний топ с драпировкой, с красивой, смотрите, с какой брошкой. Гант, совершенно шикарная танковка М-ка, у нее здесь присборенный низ, шикарная просто. Вот тоже двойная, видите? Хотя на самом деле это одна штука. Сложно кроенные, простые, топы, Элька. Здесь кофточка Париж написана, да. Зара, тенденция. Просто танковка, ОВС топ. Тоже смотрите, да, топ с драпировкой. Мотиви. Это очень большой размер, здесь камни, кружева внизу, блочини, это ХБ, промот с кружевами, здесь кружева, то есть кофточка без рукавов, блочини, эска, совершенно потрясающая танковка, тонкая-тонкая-тонкая ткань, размер европейский 42 с гольфом. Представляете, как она будет классно смотреться. Кружева, но без основы. Ну, основу можно придумать. Так. Тоже, да, красивая. У нее как будто на руках татуировки. Ой. Вот тоже, да. Разве назовешь это танковкой? У нее еще бантик из страз сзади. ХБ, H&M, 38 размер, ой, что такое, прям, они такие легкие, они не дешево стоят за килограмм, вот тоже, то ли блузка, то ли танковка, сзади у нее трикотаж, а сверху у нее шелк. О том, сколько стоит себестоимость одной танковки, вы можете прочитать под видео. И сколько стоимость лота. Вот видите, есть такие топы праздничные, которые. Есть простые зебра, как блочини, Джессика. Но основу составляют все-таки нарядные танковки, которые танковками ты не назовешь. И не свитерочки это. Вон тоже, смотрите, какая красивая. Размеры разные, очень разные. Состояние отличное. Есть новые. Вегел. С камнями. Морган топ. По всей длине цепочка. Тут тоже, видите, синтетика и кружева.
и такая имитация кожи зама, большой размер. Но просто хочу сказать, что такие кофточки носят все, драпированная, с джинсами, с юбками, не знаю там, как только их не носят. Сесил. Гант. Онли. Канда. Манго. Бон Прикс. Такая уже была. Тоже большой размер. Сдвоенная. Мотиви. Лара Дольч. Смотрите, какие у нее рукава. И цвет какой красивый. Каш-каш с гольфом, тонкий очень, да, Элька, вот у нее блузка, видите, здесь бретельки, гольф, Эль, Гэри Вебер, Зара, это одна часть лота, вторая не очень большая. Так, топ, комби пел, Forever 21, квест, причем все как надо, квест написано камнями, никто не спутает, Бон Прикс, бодик с кружевом, H&M, Зара, смотрите, какая, да, то есть, это, видимо, одевается на брюки, на тонких бретельках. Амису топ, Бенетон, H&M, танковка. Тоже, да, то есть, как будто детская попалась. Здесь тоже с камнями. И есть один прекрасный сюрприз, именно непосредственно к этому лоту от нашей компании. При покупке этого лота, так, это тоже новое, предназначен подарок в виде товарного бонуса, который состоит из вот таких вот кардиганов. То есть при покупке этого лота вот такие кардиганчики разных цветов, разной длины будут в подарок. Посмотрите, сколько здесь. То есть они не будут входить ни в вес, ни в стоимость этого лота. Подробная информация под лотом. Спасибо.